Национальный академический театр имени Янки Купалы открыл свои двери 14 сентября 1920 года классическим произведением. Брендом нашего театра является спектакль «Павлинка». Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили. Возродили в декабре 2020 года. Полностью не хуже, чем было. Не хуже. Я думаю, даже лучше. Лучше почему? Потому что помимо нашей основы творческой, мы пригласили молодых актеров. Александр Григорьевич, вижу горящие глаза нашей молодежи. Абсолютно так. Они считают за честь быть бок о бок с нашими мэтрами, мэтрами сцены Купаловского. И я хочу заверить, что эти ребята не подведут театр и не подведут нашу страну. Здравствуйте, наши уважаемые дорогие гости. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Здравствуйте. Вы не против, если мы на вашу кухню посмотрим? Конечно. Не против. Спасибо, спасибо. Прошу, Ренечку. Да. Прошу, пана Быковская до стола. Может, выпить горбаты, да закусите чего. Павлинка, налив шею пану Быковскому горбаты. На таком уровне нереально играть. Вы, как спортсменов говорят, выхолашивается спортсмен, то и вы так можете выдохнуться. И вас на год не хватит, на сезон. Я буду очень рад, если после нашей встречи, после вчерашних событий, мы восстановим театр на более высоком уровне. Вы знаете, я нисколько не жалею о том, что произошло в этом театре. С одной стороны, людей увидели, во-вторых, не было бы счастья, да несчастье помогло. Посмотрите, сколько молодежи пришло. Хорошо, что у нас есть взрослые здесь люди, которые помогут молодежи. Но я так-то не заметил, что они на вашем фоне блекло выглядели сегодня. Вы знаете, всякое в жизни бывает. Я об этом часто говорю. Кто-то с чем-то не согласен. Есть место и время высказывать свои опасения и несогласия. Никто против этого не будет. Я вообще сторонник разных точек зрения. Поэтому высказывайте свою позицию, точку зрения, но не нарушайте законы.